Постоянно хотел изменить себя какими-то обычными методами, наподобие прочтения книги, наподобие сделано, либо подсознание может все. Пыталась изучать курсы, которые покупала на складчине бесплатно, но я понимала, что все это не работает, потому что внутри меня включалось, как будто я самозванец, я недостойна этой информации, и никакие изменения просто-напросто не происходили. Но я чувствовала, что я постоянно подстраиваюсь, что я хочу быть хорошей девочкой, что я постоянно неуверенная в себе, особенно с общением с мужчинами. Это вообще был какой-то коллапс. И мной настолько сильно манипулировали, что, можно сказать, разбивали мою жизнь в клочья. И я уже была в настолько непонятном, потерянном состоянии, и я не понимала, что мне жить, как мне жить, что мне делать. Я вообще не понимала, куда дальше двигаться. И вот на просторах интернета я случайно увидела рекламу от Александры Грецкой и поняла, что, блин, может быть, это реальный знак того, что вот он ответ, вот где действительно есть реальный шанс измениться. И вот, когда я записалась на консультацию, я была, если честно, удивлена, потому что настолько точечный разбор мне сделали, и я поняла, откуда корни того, то, что я хочу постоянно казаться хорошей, быть выгодной для других, постоянно нравиться, откуда вся эта неуверенность, что все это пошло с моего с детства. И это настолько сильно меня повергло в шок, что я даже не знала, что именно оттуда идут истоки всех моих проблем. И сейчас я прошла полностью двухмесячный курс, который, блин, я не жалею то, что я сделала такой отважный шаг, я сделала над собой огромную работу, и наконец-то я чувствую внутреннюю свободу, я чувствую легкость того, то, что я могу двигаться вперед, что я уверенная в себе, что у меня, блин, все получается, и реально так и есть. И это не только ощущение, а из внутреннего моего ощущения уже создается целый мир, целая вселенная, и мир словно подстраивается под меня, приходят те события и люди, которые необходимо мне в той именно ситуации, которая сейчас происходит. И это просто происходит, как будто какая-то магия. И, Александра, я вам за вашу помощь бесконечно благодарна, потому что тот вклад, который вы сделали в меня, это просто имеет огромную ценность. Просто не передать словами, насколько это важно и ценно для меня. Так что, ребята, кто думает обратиться к Александре, вы не пожалеете, потому что это действительно то, что меняет человеку жизнь, потому что мне Александра настолько подчинила мозг, что я реально начала по-другому думать, по-другому себя чувствовать, и это просто вау.